И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смяу. И вы думали, я уже забросил канал, но нет. Сегодня будет последняя, финальная часть, пока что, обзора этого города, то есть Новогреченска. И, да, ну давайте перейдем к обзору. Так, извиняюсь за фризы, если они чувствуете... Итак, ну тут, наверное, вы все видели, хотя, может, тут этого не было. В общем, сделал вот такую тропиночку с бревнами. Вот. Ну, то есть, реально лесная тропинка. Так, дальше. Идем. И очень крутой появился новый город. Да. Итак, во-первых, появился вот такой большой лес. Вот тут электростанции. Вот. И в прошлой серии тут ничего не было. А тут уже появилась дорога. Итак, в общем, сделал я себе машинку. И сейчас мы поедем на моей тачке. Реально. Моя. Исследовать тот город. Едем реально в соседнее село. И остановимся пока что здесь. Итак, первое это локация. Вот такая вот. Ну, то есть тут обрывается дорога. Вот такое вот место. Едем дальше. Да, машинка у меня очень медленная, поэтому... Ну, нафиг её. И теперь летим. Там дальше пока не делал ничего. Ну, в принципе, это финальная серия. И я сделал заброшенный город. То есть вот так это все тут выглядит. Мы идем и вот так. Вот такой вот тут довольно прикольный видок. А, вот есть такой очень крутой вид. Так, давайте теперь начнем с крыши пока что. Итак, вот, то есть квартира заперта. И тут есть очень классная штука. Ну, то есть тут монитор стоит, тут раковина, тут поломанные детальки. Мы берем и здесь поднимаемся сюда. И теперь мы можем таким образом попасть вот сюда. Очень круто. Угу. Вот, то есть первый подъезд. Ну, допустим, второй подъезд, вот это вот. А вот это, допустим, первый подъезд, они никак не соприкасаются. Здесь выключатели, конечно же, они не подключены, поэтому они не работают. Вот тут видно водопроводик. Водопроводик. Так, это мини-кафешка. Вот. Но она заброшенная, но это была кафешка когда-то. Так вот она выглядит сейчас. Ну и то есть тут еще один дом. Тут есть тропинка. Вот, мы если пройдем сюда, то мы сюда не сможем пройти. Тут обвалилось все к чертям собачьим. Но на самом деле... Туда можно попасть. Я тут не сильно работал над этим. Но вот можно пройти. И вот тут дырки всякие. Можно попасть вот таким способом. Вот. Но по идее там интерьер будет либо такой же, либо я его переделал. И тут, ну допустим, вот это трехэтажки, вот это уже четырехэтажка. То есть другое здание. Я пытался, ну, оно было сначала некрасивым, сейчас оно уже более или менее
Сейчас она более или менее красиво выглядит. Итак, это лифтовая шахта. Я знаю, в четырехэтажках нету лифтовых шахт. Точнее, может, где-то есть. Но, по идее, не должно быть. Но вот так вот это выглядит все. Вот. И то есть, на последнем этаже тут вот такой... Типа, тут должно было... Я хотел сделать тут что-то типа подъемника для лифта, но не получилось. Ну, то есть, тут интерьер совершенно почти что везде одинаковый. Ну как, вот на первых этажах нет. На втором этаже, допустим. На втором этаже тоже не такой интерьер. Или такой же. Такой же. Почти что. Я только тут мусор в другие места пересыпал. И все. Ну, то есть, тут я уже не сильно добавился. Вот. То есть, дороги вот такие. Ну, разрушенные. Бункер. Бункер вот так выглядит. Вот. Он не готовый. Не готовый бункер. Только снаружи. Обложка. Ну, то есть, вот такой вот новый город появился. Скорее всего, это... финальная его часть. Может, еще будут там дальше какие-то мини-деревни, заброшенные наполовину. Но это уже будет непонятно когда, потому что этот мир, к сожалению, я пока что забрасываю, потому что у меня есть другие занятия, вообще всем, что чем угодно. Подписывайтесь на канал, там мойте руки, реально. И всем пока.